Телевизионный канал «Спутник» совместно с клубом «Надежда» организовали концерт с участием юных музыкантов, певцов, гимнастов, танцоров и артистов театральной студии. Все эти замечательные одаренные дети были рождены в Австралии, выращены любящими родителями и прекрасными учителями, такими как Марк и Елена Могилевские, Михаил Соловей, Лариса Аберфельд, Елена Михайлова, Екатерина Логачева. Маленькие артисты подают большие надежды, а талантливые мальчики и девочки постарше уже завоевали известность и признание. Максим играет в симфоническом оркестре колледжа Сант-Леонард. Это выступление Максим посвящает памяти своего учителя игры на ударных инструментах, недавно ушедшего от нас Александра Венгеровского. О нем говорят, если вы хотите найти Марка, то он либо под баскетбольной стойкой на заднем дворе, либо у фортепиано. Алексу Бата-Чаджи 10 лет. Он играет на фортепиано уже 5 лет, а на скрипке 2 года. Еще раз ваши аплодисменты.